Меня зовут Александр Столяров. Я приехал сюда на эту гонку Le Grand Odyssey из России, Республика Карелия. Гонка эта достаточно тяжелая была для меня, в том плане, что у меня не было подобного опыта. Было огромное количество подъемов и спусков. И также произошло куча инцидентов, с которыми мне пришлось столкнуться, в том числе на одной прямой был огромный ветер, и мне пришлось травмированную собаку посадить в нарту. И сверху я привязал все, что у меня лежало, это обязательное снаряжение. И нарта стала еще больше по своему размеру. Соответственно, когда дул ветер, ее сильно парусило и сносило в сторону обрыва. И, в принципе, когда ее снесло, я уже не мог оттуда выбраться, потому что она была перегружена. Собаки просто ее удерживали, но подняться я не мог. И если бы я еще простоял несколько минут, я бы мог упасть вниз вообще в обрыв. Но, слава богу, Машер, который ехал сзади меня, Алис из Чехии, он мне помог, вывел моих собак вперед, проехал и протащил меня. Пожалуй, это самое главное, вот что может встретиться в подобных гонках, это когда происходит такая взаимовыручка, когда люди не перестают оставаться людьми. Помимо того, что важен результат, они все-таки помогают. Это очень хороший поступок. И благодаря этому, скажем так, я продолжил эту гонку. На следующий год я планирую заранее поехать на север России, где я тренируюсь уже не первый год. Ну, скажем так, сейчас тренировочному процессу я уделю большее время. И смогу готовиться уже непосредственно к этой гонке. Пожалуй, это будет самая главная гонка в моем тренировочном сезоне. Я буду выбирать специально более сложные трассы с большими подъемами. И надеюсь, у меня получится показать хороший результат.